Не надо рассуждать о том, что нужно бороться с грязью, а надо взять и убрать грязь. Вот и все. Так именно взять и сделать. Если вот вы хотите что решить в Краснодарском крае, ну сделайте там такого губернатора, который начнет решать эти проблемы, и прокурора. И назначи независимого прокурора. Где взять этих людей, которые... Да, безусловно, 140 миллионов человек в России. 140 миллионов, слышали? Вот. Я гарантирую вам, что если выбирать людей по совести, а не по блату, а мы помним и не с так, вами, как проводились 20, выборы, в 24 помните? Года награждать орденами за заслуги перед Отечеством в Роснефти. Вот если не так выбирать людей, а выбирать их по-настоящему, что не чей-то сыночек, а тот, кто умеет что-то делать, мы любые проблемы решим. Мы все можем решить, только надо это решать. А когда у вас несменяемая корпорация 25 лет, и одна и та же публика сидит на тех же самых местах, ну ничего сделать невозможно. Только можно монополизировать телевидение и рассказывать всем байки с утра до вечера. Но это просто опасный путь, это просто плохо кончится. Вот и все.